Всем привет, ребят! Сегодня у нас будет обзорчик на героя, скажем так, очень интересного и востребованного битвы замков. Это будет у нас стрелок с порочным пактом. Я вам показывал, что этому герою можно его ставить. Это на сегодня один из топовых талантов именно для стрелка. Почему? Сейчас я вам расскажу и покажу. Так. Ну что, вот такой вот у нас стрелок, у него жизни, как видите, вместе с рунами, там совсем около 400 тысяч, плюс 65% мы имеем от талантика. Просветы, все дела. У меня сейчас стоит на нем пиромах из-за того, что я его тестировал на архидемоне, на новых архидемонах, поэтому поставил пиромах для того, чтобы побольше урона было. По чарам, самая топовая чара, давайте сейчас так зайдем в чары. Для него и передача энергии, в принципе, неплохо на урон. Ну, самая топовая — это доспех, плюс на пятерке плюс 25% к жизни. Дополнительно у меня стоял доспех, и аура вокруг героя будет. Ну, так как он дальник, в принципе, это не всегда хорошо. Если бы он ближнего боя был, для него это было бы поярче. Еще вариант есть. На него поставить победный выпад, будет еще дополнительно 15% резать входящего урона. Ну, соответственно, вырастет атака. Так, где применять его? Ну, сейчас его начали применять, точнее ее, ну, герой на архидемоне. Вот с таким вот талантиком на замедление, потому что замедление наносит доп. Урон. По талантикам, что для стрелка подходит? Священный огонь — это самое топовое, что есть. Также можно ставить бастион, урон плюс жизнь 60%. Ожог неплохо смотрится. Ну, с ожогом можно заблокировать. Огненка тоже есть, обзорчик можете посмотреть. Была каменка, я каменку поменял на священный огонь. Также стойкость тоже прилично будет на нем смотреться. Так. По рунам многие спрашивают каждый стрим, что ставить рунами. Оживу можете ставить, ремку смысла ему ставить нету, так как у него быстрый набор. Еще какие варианты есть? Психощит иногда ставлю, утекание можно пробовать как вариант. То есть, ну, в принципе, больше такого интересного ничего нету. На урон смысла собирать тоже не вижу. Так. По снаряге рассказал, идем в созвездие. По созвездиям, как видите, у меня здесь стоит уклонение, я буду его перекрывать, буду ставить крит. Уклонение, в принципе, самое топовое для стрелка, потому что миссают довольно-таки часто. Но опять же, мне нужен он для архидемона, хочу на архидемоне набивать максимум. Так, по артефактам тоже расскажу. По артефактам можно ставить как кубок, так и медальку. Также неплохо смотрится меч молнии. Почему? Сейчас покажу. Все зависит от его умения. У меня прокачано на 12. Снижает, имеет две цели для атаки. Снижает лечение на 100% на 2-4 секунды. Также герой получает на 90% меньше урона. И вызывает своих вертолетиков, которые там снимают энергию. В общем, такое вот. Питомцы. По питомцам, если вы его собираете на уклонение, у меня всегда на нем стоял слоник. Ну, сейчас у меня есть другие герои поярче, поэтому слоника я не ставлю. Стоял артом меч молнии, и в принципе очень неплохо уклонялся герой, плюс еще оживок какой-то поставить там, либо утекание, будет неплохая возборочка. Так, это я вам показал, в принципе, все, поехали его тестировать. Посмотрите, насколько выживаемое он стал. Вот смотрите, по поводу урона стрелок вражеский бьет. Тут, конечно, ангел мой сейчас отхил дает. Вот уклонение, миссы. Фрейя бьет. Как видите, Фрейя не может сразу убить. 80 тысяч бьет.
Вот 80. Теперь давайте выпустим. Ну тут все со священным огнем сейчас стоят. Ну как видите, вот пошел отхил. Держится, держится и довольно-таки неплохо. Что самое основное сегодня для героев, это подольше выжить. Так. Ну, кинем, например, Рину. Тоже с таким же талантиком. Рину вертолетики пофиг. Он себя хилит. Но проседает тоже. Не так же, как все остальные сборки ворожей. И ворожей тоже, видите, если там раньше его шатали там с 1-2 тычек, то сейчас намного сложнее убить, так как они все в медальке. Так, есть Бигфут. Сразу вам покажу всех, чтобы вы просто понимали, какой на сегодня самый топовый талантик и универсальный. Бигфута еще и заряжают. Огнекрыл пытаются убить. Ну, добивайте уже. Так, выпустим нашу Фрею. В общем, оказалось, дерево почти самое живучее. Так, ладно. Мы не это тестируем. Поехали. Еще посмотрим урон. Где использовать, в принципе, это битва гильдий, PvP-локации. Только надо ставить на заднем плане, потому что очень часто сливают. Вот смотрите, урон 100 тысяч. Не знаю, сколько там пролетело, но прилично только что прилетело от огнекрыла. Ой, говорю, огнекрыла. По 190. Ну, до сих пор держится. Слили опять отхил. То есть в этом плане выживаемость намного лучше стала. Плюс медалька получается. Это та же самая каменька, плюс... Еще у вас есть немножко жизни. Вот как долго это... Не обычный игрок, а топовый. Он очень долго сносил стрелка. Так, что тут у нас? Ну, давайте тут попробуем. 20 тысяч. Сейчас посмотрим, огнекрыл пусть ударит. Но тут, конечно, жестко. И то он не сливает, смотрите. Сразу не может убить полностью. Так, 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 так. Давайте покажу, в каких локациях можно использовать, но я не буду все их бегать. Ну, самое основное сейчас это архидемон. То есть он с архидемон бьется именно со стрелком. Можете посмотреть видосик, есть. Использовать на пустынных руинах, потом... Экспедиции, в общем, во всех локациях можно этого героя использовать, там даже вплоть до подземок, если у вас начальные там подземки, я тоже иногда использовал, очень неплохо помогает, снимает энергию, и все становится намного проще. По локациям многие используют на атаке фортов, но, к сожалению, я уже давно не использую стрелка, он для меня не такой уже актуальный стал. Но, думаю, попробую все-таки опять же этот состав на атаку фортов. Вот мы воевали против хулиганов-монархов. Вариантов там у нас особо не было. Центр не удержали, но зажали реленубов. Хулиганы первые, монархи вторые. У нас там просто спамом не успели заспамить. Ну вот я... Воевал против реленубов. Как видите, все прошло очень успешно. При одинаковом количестве очков захвата они умудрились дать возможность мне набить. Вот смотрите, очки гильдии 13,
456, 23, 140, 10 тысяч, и они просто у нас одинаковые идут показатели, очки захвата, но по очкам битвы определяется, у кого больше. Ну и наспамили красавчики, 60 минут спама одной пачки дало нам преимущество, и мы затащили. Так, в принципе, я думаю, все по данному герою я вам рассказал, где его применять, вы уже видели кучу обзоров, то есть этот талантик для него будет самый-самый, скажем так, имбовый на сегодня, если у нас, опять же, не введут какого-то нового героя, который будет нерфить полностью все, какой-то новый талант, либо чары. Хотя к этому все идет, скорее всего, скоро должны уже нам добавить чары, потому что что-что, а чары нам не меняли. Будем, в общем, ждать. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Лайки, все дела. Ссылочка на Огнекрыло в описании. Всем пока.